С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзор профессиональный набор автомобильного инструмента от компании Info на 142 предмета. Код товара 61421. Info — это новый бренд в Украине. Производство производится на острове Тайвань. Рекомендуем присмотреться к данному бренду, кому нужен недорогой и качественный инструмент. Три трещотки. Три рабочих квадрата в наборе, три восьмых трещотка, одна вторая большая трещотка и одна четвертая дюйма. Трещотки на 72 зуба, мелкий шаг, с реверсом, разборные, то есть можно внутри обслужить механизм трещоточный, рукоятки пластиковые. По надписям на трещотках на металле есть логотип Info, указание. Маркировка хром-ванадевая сталь, номер по каталогу и указывается сделано Тайвань. И также одна мелочь, которую мы указываем в видео. Буквы на самой рукоятке здесь не нарисованы краской, как обычных дешевых наборов. Обычно пишут краской, потом стирается сам логотип. Здесь буквы прессованы в саму рукоятку. Это очень такой момент. Инструмент качественный. 72 зуба трещотка. Трещотка 3 восьмых дюйма. Есть вот такой механизм у нее. Можете работать под углом. Длина трещотки составляет 275 мм. 3 восьмых дюйма. 1 вторая дюйма трещотка 260 мм. И 1 четвертая дюйма трещотка 145 мм. Маленькая. Далее клещи самозажимные, длина 230 мм. Также логотип Info, сделан на Тайвань и указывается материал изготовления хром молибденовая сталь на самих клещах. Пассатижи, длина 185 мм. Рукоятка пластик. Молоток, длина 300 мм, рукоятка указана орех, также сделана Тайвань, Info логотип. Длина молотка 300 мм, вес 300 грамм. Два воротка в наборе, шарнирный и Г-образный вороток. Шарнирный вороток, длина 440 мм. Удобно срывать гайки, затягивать. И вороток Г-образный, длина 260 мм. Головки можете одевать с двух сторон на него. Уже удобней. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Рукоятку можете применять или головки под 1/4 дюйма маленькие подсоединять. Также можете использовать удлинитель. Или через переходник использовать биты. Биты далее я покажу вам еще. Вставляете и получаете отвертку. Также есть присоединительный квадрат, сюда можно подсоединить трещотку или Т-образный вороток. Удлинители. Под 3 восьмых дюйма у нас два удлинителя, 75 и 150 мм, под среднюю трещотку. Под большую трещотку также два удлинителя 250 мм большой и 75 маленький. Также видите, везде маркировка, логотип Info и номер. Каждая единица инструмента в наборе имеет свой номер. Одевая сюда переходник на удлинитель 250 мм, вы получаете также Т-образный вороток. То есть в наборе три воротка: Т-образный, шарнирный и Г-образный вороток. Этот переходник вы можете использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. То есть с трещоткой 3 восьмых
через переходник можете использовать головки 1/2 дюйма. Такая вот универсальная конструкция. И под 1/4 дюйма у нас 4 удлинителя. 55 это маленький удлинитель. Далее идет удлинитель 100 мм. И 2 удлинителя по 150 мм. Один гибкий. Через переходник одеваете переходник на удлинитель, получаете Т-образный вороток под квадрат 1/4 дюйма. Переходник можете использовать для перехода с 3/8 на 1/4. То есть трещотка 3/8 можете использовать в головке под 1/4 дюйма или битодержатель. Три кардана под 3 квадрата, 1/4, 3/8, 1/2. Кардан скреплен металлическими вставками. Так, и теперь головки. В наборе профиль шестигранный, 12-гранный и профиль торус. Длинных головок в наборе нет, только короткие. Начнем мы с обычных шестигранных. Под 1/4 у нас 9 головок. Самая маленькая у нас идет 4 мм. Самая большая на 10. Это под маленькую трещотку шестигранной головки. Под 1/2 дюйма. Под 1/2 дюйма у нас количество головок 19 штук. Самая маленькая идет 12 мм, 6 граней. Самая большая 32 мм. Покрытие защитного инструмента матовое. Вес головки составляет 229 грамм. Здесь в наборе она увесистая. И 12-гранные головки. Общее количество 16 штук. Они идут у нас под 3/8 дюйма, то есть под среднюю трещотку 12-гранные. Самая маленькая 6 мм, 12-гранная, самая большая 22 мм. И головки торкс 10 штук, Е4 самая маленькая торкс, Е20 самая большая, звезда Давида еще называют. Длинных головок на поле нет. Биты. Общее количество 26 штук. Используются они с битодержателем, я уже показывал, вот он. Профили бит шестигранные, торкс с отверстием, крестообразные и шлицевые. Все биты промаркированы на кейсе, то есть согласно ячеек, в которых они лежат. Также головки по номерам уложены, то есть сразу можно быстро найти нужную вам головку. То есть если 24-я головка, на пластике маркировка 24. В верхней крышке у нас набор ключей комбинированных. 17 штук. Номера 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 и 24. Это самый большой ключ. Также логотип инфо. Указано, сделано Тайвань. Набор Г-образных ключей. По размерам 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 и 14 ключ. Г-образные, шестигранные. Общее количество 10 ключей. И ключи разрезные. 5 ключей. Размеры 8, 10. 10, 12, 11, 13, 12, 14, 17, 19. Так, ключи разрезные.
две свечные головки. 20 мм, 21 стандартная и 16. Внутри имеют резиновые вставки для того, чтобы свеча у вас не выпадала при отключении. Удлинители показывал и набор отверток. 6 отверток в наборе, 2 из них идут ударные, шлицевая и крестовая. Ударные отвертки, кстати, здесь есть присоединительный квадрат, в него можете вставить, допустим, ключ для того, чтобы прокручивать. Также маркировка указана, инфо, логотип. Такие отвертки стандартные. Две у нас крестовые и две шлицевые. То есть маленькая шлицевая крестовая и большая шлицевая крестовая. Очень удобная рукоятка у них. И также, видите, маркировка есть сверху на ручке. Так, попробуем. Да, магнитный наконечник на отвертках. Биту легко вытягиваем. Так, с инструментом все. По комплектации показал. Кейс у нас состоит из двух частей. Пластиковый завис, внутри металлические идут вставки. Хорошо держится. Инструмент в верхней крышке, пока нужно до конца защелкивать. Запирание набора осуществляется на две защелки. Они идут пластиковые. Материал затопления хром-ванадиевая сталь инструмента. Теперь к габаритам кейса. Вот кейс, логотип инфо на верхней крышке, Professional Tools. И маркировка указана, такая идет сверху наклейка. Код товара, 142 предмета и комплектация. Сделано Тайвань, и сделано Тайвань также указывается на самом кейсе. Ширина 56 см это кейса, длина 40 с рукояткой, высота 9,5 и вес набора 13,5 кг. Кейс. Напоминаем за подписку на канал, за оставленный комментарий на канале. При заказе на сайте вы получаете дополнительную скидку. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. До свидания.